Эпидемия коронавируса диспансерные исследования сделала как никогда актуальными. Как показывают изыскания ученых, новая болезнь страшна во многом своими осложнениями, среди которых, например, образование тромбов. Проверить здоровье можно было во Дворце культуры «Юбилейный». Выездная диспансеризация – интересная и полезная практика. Ежегодно необходимо проходить обследование врача для того, чтобы обезопасить себя, знать о своем здоровье и вести здоровый образ жизни. Первичные исследования делали прямо во дворце. Мобильная бригада врачей специально приехала для удобства жителей. Они оценили. Конечно, удобно. Здесь район такой, здесь люди все живут. Удобно пожилым далеко не ездить по городу, не искать другие там заведения. Удобно. Чтобы узнать о своем здоровье, зачем? Только за этим. Желающие могли сделать и прививку. Правда, оказалось, что среди старшего поколения многие уже вакцинировались. Практика выездных диспансерных исследований будет продолжена. Александр Иванов, Руслан Полянин. Новости из Кровакта.